Я понимаю, что вы все видели этот видос, я тоже видел. Ну давайте сперва посмотрим то, что вы очень просили. То, что вы просили. Спонсор показа стимнау.ру. Надо вырезать эту хуйню. Кстати, в этом году будет 5 лет великой песни. Самохэд Ток стал токсичным. Верните 2014, блядь. Столько комментов новых, охуеть. Верните няшку Руслана, чё, блядь. Почему? Крейзи изменился. Уже не тот Руслан. Все раньше было лучше. Я вот уже нажал кнопочку, Руслан, и я отписался. Ты понимаешь, ты потерял... Все, Руслан, все. Уже не няшный, Руслан, все. Песенки не поешь, только модный рэп. Охуенные комменты. Еще на ключи и много всего другого. Ссылка в описании. Я могу вам сказать точно. Блять! Такая... Блять! Так я хуёво тут пою, пиздец. Минус уши. Но тратили деньги в компьютерных клубах. А мы... Кстати, Мэйшн моя любимая карта была. Ну, помимо, знаете, была Даст 2, а была Даст 2x2, обрезанная версия без Б, где только А была. Вот это, или наоборот, я что-то путаю, напишите в комментах. Короче, это охуенная карта была. Но Мэншн — это первая карта, которую я в КС-ке поиграл. Блять, обожаю эту карту, Мэншн. У нас все в клубе, блять, Ващенске рубились в эту карту, прям охуенно. Там такой дом, каналюз, кто по каналюзу бегает, тот крыса сразу автоматически. Вот, ну короче, такая вот тема. Обожаю КС-ку. Ебать, опасный чувак. Посмотрите на этого пубертатного уёбка. У него крест, стритейш. Не пей, никуда не трахайся, камон. Чувак. Последние больничные деньги я отдаю на контент. Спасибо большое, Аня. Больничные деньги? Выздоравливай, не болей. Вот я болею сейчас. Все болеют, у нас какой-то, блядь, вирус какой-то. Не знаю, что-то пошло, все простудились одновременно. Верните! Я буду снова с небытой головой. И танцевать. Мяту! Ну там мята! Клип вообще про баллоны. Как чувак скучает по баллонам и по мяте, вы что не понимаете? Видите этого пубертатного худого уёбка с челкой? Я бы такому ебало разбил. Он по-любому на гироскутере катается. Прошло 7 лет, я другой человек, и сникерс и теперь... Это, кстати, та же самая гитара. Та же самая гитара. У меня, кстати, до сих пор лежит та же самая кофта. Сейчас покажу прикол. Раритет, блядь. Зацените, чуваки. Зацените, ребята, зацените. Там седьмой год. Стоп, песня вообще не про это. Ой, Вангай, кстати, да, Сигну делал. Понимаете, у меня Сигна от Ивангай есть, чуваки. Я все, я опасный человек, смотрите, даже кофта осталась, йоу. Вот, кстати, кто олдфак, знает, что
У нас есть новая версия песни про 2007 с битом Дани Кашина. Давайте, кто хочет послушать, кидайте косарик, я врублю. Кстати, вот в этом году выйдет клип новый про 2007 в честь пятилетия моего первого нормального клипа. Я решил сделать такую тему в честь пятилетия. Сделаем. И я тоже хочу людей, ну, когда мы это будем делать, я это в Инстаграме анонсирую, просить, чтобы мне кидали сигны вот такие, и я тоже буду вставлять их в клип. Вот, как вам такая идея вообще? Я думаю, это охуенно. У меня, тем более, кофта та же самая осталась. Камон, посмотрите. Как бы, года идут, Руслан не стареет, только душой. Бля, сейчас этим девочкам всем уже, блядь, лет по 20, они уже, бля, учатся.